Алматинцам передадут новейшие системы раннего оповещения о землетрясении. Признанный японский эксперт в сфере обеспечения сейсмической безопасности Казуо Сасаки сообщил об этом сегодня на пресс-конференции в Институте сейсмологии. Он рассказал о преимуществах оборудования, которое уже показало свои возможности в наиболее сейсмоопасных регионах мира. Стоит отметить, что для начала нашему городу предоставят 5 оповещающих комплексов. Их запустят в тестовом режиме, и если система покажет ощутимый результат, то Алматы закупит более 300 таких датчиков. Если бы мы могли прогнозировать землетрясение за год, за месяц, за день, за час, к сожалению, нигде в мире эта проблема не решена. Но все ученые мира работают, в том числе ученые нашего института, активно работают по прогнозу землетрясений. Есть какие-то успехи, но проблема не решена. Кто решит эту проблему, Нобелевская премия обеспечена.